Да, пожалуйста, время. Алиса Ганиева. Ее лирическое брик на фоне Люциферова века. В 1956 году в СССР из США приехали бурлюки Давид Давидович с женой Марией Никифоровной. Они с Лилией не виделись почти 40 лет и взахлеб вспоминали молодость. Бурлюк рассказал, как в пору бедной юности Маяковского давал ему рубль в день, чтобы тот не голодал, и как, приехав в Америку, Маяковский вручил Марии Бурлюк серебряный рубль в память о том голяцком времени. Начиная с 1957 года заходил, наезжая в Россию, старый Лилин знакомец и давешний Эльзин жених Роман Якобсон. Спасибо. Техника чтения. 6, 5, 5. Артистизм. 5, 5, 4. Спасибо.